друзья, мои утята растут просто не по дням, а по часам. Кормлю я их вот таким вот комбикормом. Это стартовый комбикорм для маленьких утят, цыплят от 0 месяцев. Стоит он у нас 10 килограмм 400 рублей. Не знаю, как в других регионах, но в принципе без него, к сожалению, не обойтись. В течение дня мои ластоногие малявки питаются травой. Даю им вареную картошку, морковку, свеклу. Также кабачки очень хорошо растут. Их я даю в сыром виде, просто рублю их по старинке в корыте, и вот так они у меня кормятся в течение дня. Вчера в основной вольер выпустил я селезня, главу этого семейства. Отделил я его, когда вылупились утята, сеткой, и вот так он у меня здесь бедный обитал. Из стороны в сторону натаптывал тропинку, накачал очень сильно лапы этим. Очень ему бедному хотелось попасть в пруд, искупаться, поплавать, но очень я боялся за утят, чтобы он их как-то не обидел, потому что они очень маленькие, слабенькие были. В данный момент утята уже ростом практически суток, и я селезня вчера отпустил. Теперь вся семья в сборе, плавают, отдыхают, радуются, конечно же кормятся. Я им наливаю ведро воды просто на землю, и они в ней, не знаю, как дети в каком-то аквапарке. Это лужи для утят и для уток, просто какой-то релакс, им даже не нужен общий водоем, не нужны никакие корма, они все это бросают, сразу бегут в эту лужу и в ней что-то как-то кормятся. Ну что ж, братцы, вот такая у нас семейка утиная живет. Селезень нормально, адекватно относится к ним, не трогает утят, это очень хорошо. Живем дальше, братцы. Всем удачи и до новых видео. Пока.